Okay. Hello, my children. Сонечка, Лизочка, Донечка, Наташенька, Володя. А я люблю вас всех, мои хорошие. Вот сейчас приходила Белочка утром, вот в 8 часов утра я ей дала орешки. Бел вернулся с работы. Вот. А я сегодня не работаю. Сегодня лабортей. Сегодня праздник. Вот один день мне дали выходной в неделю. Это, я так рада. Получили ли вы вчера видео, где я ездила на траке? Я звонила сегодня и не смогла дозвониться. And you tried to phone them? Ага. Ну, я еще вам позвоню, потом узнаю. А мы сегодня, может быть, еще съездим с Виллом в бар посмотрим. Там водопад. Недалеко от Чикаго. Я не знаю, как получится. Скучаю по вас сильно-сильно. Вот здесь как хорошо, так что погода лучше и так, условия лучше. Конечно. Я бы хотела, чтобы вы были рядом. Тогда бы была бы жизнь райская здесь. Ну ладно. Пока, мои хорошие. Нет, нет, нет. Ладно. Just get a different angle. That way when Natasha and children come to visit, they will know what this area looks like. Yes. This is the view from our balcony. And we have many visitors. Mostly animals. Chipmunk, possum. You've seen deer last night over in this field. Point. Что косули здесь отходят недалеко вот здесь. Ну, здесь они зимой ходят вот здесь, а вчера я видела там рядом с тем домом. Да. Вот. Снова. She's like, ah, what a show. Better than McDonald's. What they do, they like to bury their food, and they know where it is, even up to 3 years later. She wants to see that. She wants to bury it. Tell children, see, she's burying it. Белочка зарывает орешку, потому что она уже сейчас не хочет есть, а потом она спрячет, и потом она выкопает и будет есть. Смотри, две ямочки там. And they can remember up to 3 to 4 years where they put this food. Tell children. Даже до трех лет они могут хранить и помнить, где это.